Так, Алёня, привет! Ты куда пришёл? В лабораторию. Да? Вот так. Будь здоров. Что ты будешь делать? Анализы будешь давать? А ты что, совсем не боишься? Нет. Нет? Правда? Да. Ну пошли тогда. Пошли, давай, ручку. Что ты будешь рисовать? Я хочу буковками, но у меня это. Ты хочешь буковки выложить? Б. Нет, это буква И. Б. Бык. Бык. Бык получился. Муж корова. Оля, пошли там, твоя тетя разозлится. Давай мне руку. Пошли, ты ж не боишься, ты ж храбрый. Да? Ты мне говоришь, что ты храбрый, ты не боишься, правильно? Калюня, ты куда? Ну что, не было страшно? Нет. Совсем-совсем? А что тебе вручили вот это вот? Это пока подержи. Сертификат? А что тут написано? Ты читал, нет? Видан Колі за терпіння, перемогу, за гіркими сльозами. Ой, шарик. Вот, спасибо. Класс. А вот какой кит у меня. И что у тебя здесь? Кит? О, какой кит. Все. Магнит. Защищает ранку кит. Давай, согни локоток. Магнит. И магнит какой-то. Вот, смотри, сколько подарков. Ой, что это? А иду пока. Опять рисовать. И рыба. Класс. Куда ты идешь, Калюня? Макдональдс. И что мы там возьмем? Хэппи Мил. Ура! Ну, ты вот выбрал. Такой нет, вот такой вот. Какой берем? Давай, здесь девочка. Опять на веточке птички. Давайте нету. Девочку на санках. Девочки на санках. Хочешь девочку на санках? Хочешь все-таки девочку, да? Ну, пошли. Коль, ты видел, какая елка? Красивая? А она выше, чем наша дома? Коль, елка выше, чем у нас дома? Да. Да? Смотри, какая игрушка есть с птичкой. Красивая такая вообще. Супер. Смотри. Птичка на веточке. Классно. И вон воробушек тоже. Лисичка. Со зверятами разные-разные. Что, Коляна, уже принесли? Тебе да. Все папа принес? Да. Хэппи Мил? Да. Будешь его открывать? Угу. Давай. Колтошка! Вот это чудо! А что тебе шарик? Девочка на санках! Девочка на санках? Ну, давай попробуем его открыть. А держи, что она ой, делает? Девочка. А ну-ка, покажи нам, что там делает эта девочка. На санках, наверное, ездит. Она ездит. Надо а ну, давай. Себя тянешь? Какая-то вот эта редкая игрушка. Собачка с птичкой, птичкой, да, когда вот на дереве этого, птичка, да? Сидит. Никак мы ее не можем найти, да, Коль? Девчушка красотка. Какая прическа, у нее рыжий волос. Ю-ху! Поехала. Коля уплетает сейчас. Выходите? Угу. Ты доволен, Колян? У тебя целых два шарика. Большой, классно? Закрыта горка. Продукты везет в Макдональдс. Привет, Макдональдс.
Коляна, смотри, какие иголки на этой елке. Пощупай иголки, они, наверное, длиной с твой палец. Или длиннее? Длиннее? Да. Ну что, пойдем через лес домой? Здесь в лесу лед. Здесь можно кататься. Ой-ой-ой, горка! Поехали. Там еще столько голубей. Во, как у нас все пожелтело. Там не домой. Навстречу солнцу. Да. Все, выходим из лесу. Я из лесу вышел. Был сильный мороз. Мы уже дома. И будем открывать сюрпризы. Это. Самый главный сюрприз — это киндер-сюрприз. Вау, он уже развалился. Ну да, ты же его уронил на лед. Мы просто зашли в АТБ. А там появился то ли новый, не знаю, то ли старый киндер Маша и Медведь. Такие когда-то были уже. У нас есть коллекция Маши и Миши. Уж не знаю, наверное, новая. А может и нет. Сейчас посмотрим. Не, все-таки, наверное, старая. Куда ж новая опять Маша и Миша? Давай я открою. Опа. А там просто машинка, наверное, да? ВСП на стол. Что там? Какая-то крутая. Ух ты, какая хорошая. Ой, наклейки. Колеса такие большие. Ой, это комбайны. Такое у нас еще не было. Посмотри. Серия комбайнов. Да, какой нам комбайн попался? Ой, ты глянь. Бульдозер какой-то, да? Что-то очень похоже на бульдозер. Что делает бульдозер в поле? Не знаю. Наверное, снопы сена поднимать или что? Ну-ну, давай, соберем его. Вот тут сложная инструкция. Здесь 4 этапа только сложится. Сделаешь сам. Вот тут еще какая-то черная деталь. Это да, да, правильно, умница. Ты глянь, ты что, сейчас все сам соберешь? Ну что, присоединил? Давай наклеечки наклеим. Вот такой супер трактор. Трактор, он же бульдозер. Так загребает сено, поднимает наверх и грузит в машину, да? Интересно, здесь в наборе машины есть куда грузить? Здесь нет машины. Здесь трактор на гусеницах есть, комбайн есть и просто трактор. И бульдозер наш, да? Сюрпризы! Вот такой вот продукт. Такие